трудно оценить благотворительное влияние вот этой передовой технологии на рассаду. Итак, помидоры уже сорваны, уже второй урожай пошел. Уже как бы покрошен салат на закуску, и вот наблюдаем это. Время местное. Это вот на сегодня завязалось 4 кузовца. 3 висело. Чего-то не знаю. Ну, плюс свет, конечно, еще солнце. Вот помидоры. Эти помидоры уже вынуждены закалять, носить на балкон. Баклажаны вообще гигантские. Перцы тоже. То есть эффективность использования простейшего устройства. Вот этого сумасшедшего. То есть выигрыш реально где-то 2 недели. То есть за те полтора неполных месяца, если быть точно, месяц и 9-8 дней, что она проработала, грубо говоря, 39 суток. Где-то 2 недели мы получили. Ну, чуть-чуть меньше. Ну, реально здоровая рассада с мощными корнями, с мощными стеблями, с оформившейся вполне листвой. Ну и огурец как вообще демонстрирует завязи и помидор, то есть желание плодоносить, как бы воспринимая все как уже вполне. Ну тут еще жарко последнюю неделю, пока вот отсутствовало 10 суток, до 30 градусов доходила температура, когда солнце светит, соответственно. То есть вот, если кому был интересен опыт использования, значит, освещения, да, тепличного, как это все реализуется в домашних условиях, вполне хватило одного 75-ти аккумулятора, простейший заряд. Ну, главное, что обеспечить преобразователь, значит, в данном случае это 100-ваттный преобразователь, на другом где-то потребляемая 50 ватт мощности со всеми вентиляторами, с небольшим превышением по свету. То есть, в принципе, надежно, оправданно все это сделано. То есть, диапазон регулирования я уже показывал. 32-45 градусов, плюс 45 поверхность, 32 пониже, чтобы включать-выключать под вентиляторами охлаждения. И все как бы. Система отработала. Экономически она эффект дала. Спасибо, до свидания. Оставайтесь на канале, посвященным всяким фишкам музыки, но не только теперь уже. До свидания. С вами был Юрий Чи. Большое спасибо тем, кто помогал, ну, в той ситуации, в которой я сейчас делаю фильм, но, видимо, месяц его буду делать, расскажу позже. До свидания.